Добрый день, дорогие любители марки Faberlic. Снимаю сейчас свои покупочки очередные. Покупочек у меня здесь на 9000 рублей. Кэшбэк списался где-то 1500. Ну, это потому, что можно кэшбэк 65%, знаете, списать. Но я перед этим практически весь кэшбэк списала и снова как бы сделала большие заказы. Вот, знаете вы, я надеюсь, напомню вам, что в следующем каталоге кэшбэк Faberlic отменяется. У нас будет снова скидка 20% для тех, кто просто у нас покупатель. И 26% для тех, кто у нас делает заказов на 50 баллов. Я делаю лично заказов каждый каталог на 150 баллов. Себе 100 баллов, дочери 50 баллов. Поэтому... Естественно, я VIP-консультант, и, естественно, скидка у меня 26% максимальная. Ну, итак, начнем. Вот здесь заказали мне краски. Вот три одинаковых краски и две разных. Это все заказы. Она красочка Ботаника по 119 рублей у нас сейчас в каталоге. Не буду говорить наши цены, отнимайте 20 или 20, у кого как, 26%, и уже получите цены внутренние Faberlic. Дальше, посмотрите, огромное количество ампул взяла, потому что заказали, ну, 49 рублей в каталоге, если берешь 3 ампулы, почему же не заказать? Их можно добавлять в краску, но не более 2, да, и можно просто лечить волосы, просто ампулу эту, ну, выдавливать себе на волосы, да, выливать себе на волосы, там стеклянная ампула. Так, люблю очень вот это вот, очень, как сказать, дешевую, да, но экономичную, некрасивое слово дешевое, экономичную серию Arctic. Вот взяла полное восстановление маска для волос. Вы знаете, я ей часто пользуюсь просто как бальзам. Вот нанесла и смыла тут же, ну, буквально там через минутку. Эффект лучше, чем от бальзама. Ну, суперские волосы. У меня волосы вьются, и они такие жесткие, непослушные. Когда я пользуюсь этой маской, мне вообще они льются просто. Мне это очень нравится. И гладкие такие становятся, да. И шампунь. Такой же полное восстановление. Написано для слабых и поврежденных волос. В общем-то, мне тоже подходит 79 рублей. Хотя у меня не слабые, не поврежденные особо волосы. Но, тем не менее, мне подходит. Так, взяла много дезодорантов. Они всегда расходятся. Вот такие дезодоранты. Тем более, цена сейчас очень хорошая. 79 рублей. Взяла я вот это вот алоэ и хлопок. 100%. Уверена, что в первую очередь продастся вот этот вот нежность хлопка. Вот почему-то его любят больше. Может, аромат приятнее, не знаю, но любят больше. Так, взяла для ассортимента вот таких шампуней «Эксперт». Люблю вот этот вот два в одном, чтобы не пользоваться кондиционером, а как бы два в одном одновременно кондиционирующий шампунь. Девчонки, хочу порекомендовать. Попробовала вот этот новый шампунь для активного питания волос с аминокислотами. Вот, ну, вы знаете, вот шикарный шампунь. И запах мне нравится. И волосы, ну, просто очень мягкие, мгновенно становятся. Вот ни от одного другого шампуня я какое-то вот это ощущение не словила. Так, взяла 3D еще, взяла для возрастных волос и взяла для глубокого восстановления волос с маслом амлы. Вот они все по 139 рублей у нас. Так, вот новиночка. Репейное масло и красный перец. 149 рублей. Это у меня клиентка заказала. Так, взяла еще для посуды средства. У меня там яблоки остались. Ну, я взяла еще малину и лимон и мяту. И взяла средства для унитазов. Это я пополняю свои запасы, потому что у меня мои клиенты постоянно что-то просят для дома. И я смотрю, что у меня заканчивается, и пополняю таким образом свои запасы. По 149 рублей сейчас
эти средства. Для нас, естественно, 110 рублей. Так, попросила у меня клиентка водный спрей для разглаживания белья. 99 рублей. Видела я видео о нем. Ну, какое-то удивительное средство, которое без глажки, вот так рукой провел, набрызгал, рукой провел, и у тебя юбку гладить не нужно. Так, клиентка заказала вот ароматизатор для белья «Ванильное облако». Заказали у меня два солнцезащитных крема для лица. Лето у нас впереди, да? К сожалению, SPF 50 уже на складе закончился. Он за 349 рублей, за 299 рублей SPF 30. Ну, SPF 30 еще есть. Девчонки, можно успеть. Так, теперь... Вот это тоже мне заказали. Это средство у нас Фарма серия. Здесь у нас разогревающая маска против выпадения волос. И 199 рублей. И укрепляющий гель-бальзам против выпадения волос. Вот клиентка захотела попробовать эти средства. Я разогревающей маской все время пользуюсь. Вы знаете, ну, я думаю, что эффект есть определенный. Ну, если бы еще регулярно и систематически пользоваться, то вот бывает просто забываешь как-то, да, и уже эффект, конечно, не можешь уловить, теряется. Пополнила свои запасы моих любимых гелей для душа «Путешествие к солнцу». Называются эти гели. В них 320 миллилитров. Вот турецкая ривьера, это такой вот, я считаю, аромат свежий, ну это как запах сосен, кедров и морского бриза. Ну, это такой, это у нас цветочный аромат ритмы фламенко. И знойный Марракеш, очень его люблю. У него непередаваемый какой-то аромат пряного имбиря и сладкого миндаля. Вот у меня последнее время стало какое-то, ну не знаю, вот любовь к каким-то сладеньким таким ароматам. Но он не просто сладкий, он еще какой-то пряный, необыкновенный пряный такой аромат. Так, клиентка заказала мне активную сыворотку для лица с коллагеном. Где-то она, сейчас не помню, сейчас сыворотка. Так, 349 рублей стоит. Так, взяла по нашей акции по бонусам вот эти за по 59 рублей кремушки для рук мне заказали. Кстати, когда у меня однажды клиентка, сделаю, наверное, специальный обзор по кремам для рук, потому что специально искала для своей клиентки, у нее был запрос, чтобы был наиболее питательный крем, потому что что ни брала, не удовлетворял ее руки крем по питательности. И я ей взяла, сейчас не вспомню, но потом в обзоре скажу, круглая баночка такая у нас, крем для рук, какой-то бальзам. Вот это ее удовлетворило. Сказала, супер, наконец-то то, что нужно. Так, вот это вот лак у нас для ногтей, он стоит 169 рублей. Лучший сценарий, такой розовенький какой-то, видите, прям как каталог по цвету, такой же нежный. Наверное, матовый. Так, вот это мне заказали, серия Ботаника. Так, это у нас сколько? 60 с плюсом дневной крем, он 129 рублей. А вот таких для век я взяла два, они получились по 79 рублей вообще. Шаром даром, девчонки, правда. Так, и по нашей тоже, по бонусам, увлажнение помада, да, абсолютное увлажнение, тоже 129 рублей. Так, артикул, какой тут артикул, сейчас наведем резко, чуть не получается, 491, ну какой-то розовый такой, да. Так, и заказали нашу любимую тушь лидера продаж Push Up. Кто не пробовал, попробуйте. Хорошая тушь, очень хорошая. Кисточка у нее такая с перекрестными, такие, ну, у нее как бы ворсинки так на перекрест идут. Это ловушки для туши. И, соответственно, туши больше наносится на ресницы. Вот. Действительно хорошая тушь. Мне понравилась она. В свое время я ее пользовалась. Поэтому теперь все время беру. Так, ну и каталогов я там пяток заказала. Штук 5. Вот такой мой заказ. А, да, еще мне заказали салфетки и АБЦ пилинг.
Сейчас он по очень хорошей цене. Это из серии «Эксперт». Там у нас средства, которые заменяют лазерную шлифовочку кожи. И эти средства, они снимают 5-6 слоев кожи, ороговевшей с нашей поверхности. То есть старые удаляют. Но сейчас аккуратно с этим, девчонки. Если пользуетесь, начали пользоваться, то на солнышко старайтесь не вылазить. И обязательно пользуйтесь вот такими солнцезащитными средствами. Мало того, что крем тот соус используйте, третий шаг, да, еще обязательно защищайтесь вот таким, наверное, максимальным фильтром или 30 хотя бы. Ну вот смотрите, внимательно наблюдайте за своей пигментацией. Не дай бог, чтобы она не усилилась. В принципе, сейчас советуют не пользоваться в период активного солнца, а косметологи, а все-таки больше осенью. Но сейчас хорошая скидка, можно купить, положить в холодильник и потом воспользоваться уже в нужное вам время. Вот такая моя покупка моя была. Всем доброго дня, приятных покупок вместе с Faberlic. Приятных и выгодных покупок.